В детстве мы читаем книги, где добро обязательно побеждает зло. Вырастая, многие разуверяются в этом утверждении, но не те люди, о которых мы сегодня вам расскажем. Одни помогают детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, другие молодежи не забыть подвиги своих предков, а третьи – воспитанникам коррекционных школ. Благотворительный проект «Тепло сердец» согревает души маленьким воспитанникам детских приютов и реабилитационных центров. И мы сегодня спросим у руководителя проекта Константина Бордовского, помогать легко? Проект «Тепло сердец» появился буквально 6 лет назад. Будучи студентом аграрного университета, появилась такая идея организовать серию поездок, когда к детям будут приезжать там не раз в год, там не раз в полгода, а намного чаще. Поэтому мы выбрали именно поздравление с днем рождения. Это достаточно важно для ребенка. Это очень интересное само по себе мероприятие. Много людей готовы откликнуться на это. Это был первым проектом. Сейчас уже «Тепло сердец» — это уже серия проектов. Есть проекты, допустим, поздравления с Новым годом, когда уже это как новогодняя традиция, когда более 1000 оренбуржцев покупают подарки, национальные подарки для детей. Также есть различные мастер-классы, много других проектов, о которых мы постоянно анонсируем, говорим. На самом деле «Тепло сердец» — это вот как первая такая ступенька для развития других проектов. Мы именно создали так, чтобы люди, пришедшие в проект, могли потом участвовать в других организациях, в других проектах, создавать свои, даже увеличивая другие и так далее. То есть проект «Тепло сердец», он не конечный, он такой постоянно развивающийся и использующий для такой площадки для развития добровольчества. Мотивация у добровольчества совершенно разная. Если взять студенчество, это один формат добровольчества. Если чуть выше возрастная категория, здесь другая. На самом деле добровольчество – это вот тот момент, не знаю, для, не только просто какая-то вот потребность сделать добро, но это возможность для саморазвития, и поэтому для развития человека возраст, в принципе, не важен, и любой человек может принимать участие. Существует ли сегодня в России возможность для развития добровольчества? Есть ли добровольческие площадки для этого? Площадка для развития добровольчества уже есть и существует. Постоянно оно развивается. Тут надо смотреть, что именно добровольчество. Вот взять, если пример, вот идет бабушка, вот вы хотите перевести ее через дорогу. Вот вам по пути, вы ее перевели, вот это не добровольчество, это вот вам по пути, ей по пути. А если вы, вот, не знаю, шли в другую сторону или вообще ехали на машине, остановились специально для этого, чтобы перевести, вот это уже добровольчество. Здесь очень много... Иногда добровольчество путают с разными другими социальными явлениями. Многие, не знаю, там бывают даже чиновники, директора учреждения, воспринимают вообще добровольчество как просто дешевая рабочая сила. Это один момент. Есть момент восприятия у других людей, что вот добровольчество, вот я как-то помогаю, мне это выгодно, если взять коммерческий сектор, когда, допустим, есть какие-то акции. Это уже тоже спорный момент, является ли это добровольчеством или нет. Но для возможности для помощи сейчас в России такие площадки есть. Нужно просто смотреть, искать. Человек, который хочет помочь, он всегда найдет нужную для себя площадку. Костя, когда ты понял, что ты занимаешься нужным делом, которым тебе хочется заниматься? Наверное, желание делать то, что ты действительно хочешь, наверное, уже появилось в студенчестве в большей степени. Если понимание то, что ты делаешь нужное дело, это, наверное, так не было, так в один момент, а хоп, я делаю нужное дело. Нет, на самом деле я делаю то, что мне интересно, то, что дает возможность для развития. И так уж получилось, что это социальные проекты, которые помогают большому количеству людей. Это хорошая площадка для развития молодежи. Как ты справляешься с выгоранием, которое проходит автоматически все руководители благотворительных акций? Процесс выгорания, наверное, если вот так вот посчитать, наверное, уже у меня был многократен, но я всегда нахожу в своей деятельности что-то новое, что-то интересное. Я могу даже и быть на различных площадках, на различных форумах, общаться с разными людьми, и это также дает возможность увидеть даже в своей деятельности что-то новое. То есть, чтобы в тот момент, когда вы почувствовали, что вот вам все надоело, вы можете либо отдохнуть какое-то время от этого, если это есть возможность. Если нет, то найти какие-то новые, скажем так, энергетические потоки, я не знаю, новые направления в своей деятельности, которые будут для вас мотивацией
который будет вас подталкивать постоянно вперед. Если взять новогодний проект, наверное, к середине декабря, я уже очень не люблю Новый год, когда уже через неделю нужно вручать подарки, и там еще куча проблем организационных, технических. Но вот тот момент, когда ты уже первое вручение пошли, ты видишь, не знаю, там улыбки детей, ты понимаешь, да, действительно, это не зря. Ты видишь те какие-то изменения, которые происходят в обществе в рамках, не знаю, одного человека, либо там нескольких. Вот эти моменты являются таким мотивационным, когда ты вот все, устал, ты думаешь, все, надоело, все, уйду. Надоело все, но вот хочется уйти. Но вот именно вспоминаешь такие моменты, и это является мотивационным фактором для дальнейшей деятельности. Если зрители захотят помочь проекту «Тепло сердец», куда им можно обратиться? Основная площадка – это социальные сети. Вы можете набрать ВКонтакте «Тепло сердец», и на первой же строчке появится группа. В большей степени есть сайты еще дополнительные, как и новогодние сайты, допустим, «Орден Дед Мороз». Но в большей степени это социальные сети, это намного удобнее, намного быстрее. И мы всегда с радостью ждем ребят, также людей, готовых создавать что-то хорошее, делиться своей энергетикой, своим добром уже с людьми. Детский орден милосердия был создан в 1992 году. И с тех пор он помог многим детишкам с ограниченными возможностями здоровья, а также их родителям. И на сегодняшний день он является еще и волонтерской площадкой для ребят из Оренбургской области. В 92 году в Орленке проходила последняя смена, ну скажем так, активистов, активных детей. И вот во время этой смены было принято очень много различных, ну, говоря сейчас современным языком, разработано различных детских проектов. То есть в каком все-таки двигаться дальше направлении. И одной из программ, которая была предложена и разработана, была программа «Детский орден милосердия». И очень интересный, активный человек Никанорова Галина Владимировна привезла оттуда эту программу с Орленка в Москву. А еще один очень интересный и активный человек, неравнодушный, наш первый руководитель, человек, который создал Детский орден милосердия, Ежова Татьяна Ивановна, к сожалению, ныне покойная, она побывала в семинаре, на семинаре в Москве, и оттуда привезла сюда эту программу. И на сегодняшний день Детский орден милосердия – это такая организация, в которой очень тесно переплелись два больших направления деятельности. То есть, конечно, во главу угла мы ставим работу свою с детьми, подростками, молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья. Какие программы сегодня работают в Детском ордене милосердия? Мы достаточно уникальная организация, потому что мы все-таки работаем в дополнительном образовании. К сожалению, сейчас не так много осталось организаций, которые в дополнительном именно образовании работают с детьми-инвалидами. Вот. Это, конечно, очень большое направление, и вот в этом направлении у нас работает несколько, уже очень давно, несколько клубов, которые тоже у нас выстроились за много лет существования нашего Детского ордена милосердия, скажем так, по возрасту. Самые маленькие у нас – это маленькие ступеньки. Значит, это что он из себя представляет? Это индивидуальная работа на дому. На этом объединении у нас работает один педагог. Она приходит на дом, проводит индивидуальные занятия и готовит деток дошкольного возраста к школе, скажем так. Ну и подчеркну, что основная масса детей, у них поставлен диагноз необучаемый. Но к нашему великому счастью, все-таки есть результативность от нашего этого объединения, и несколько человек все-таки в коррекционных школах у нас учатся. У нас существует семейный клуб доверия, вот в который я хочу пригласить, пользуясь случаем и возможностью, хочу пригласить ребят среднего школьного возраста, которые имеют какие-то физические ограничения. Но можно и пригласить и детей, которым просто интересно декоративно-прикладное творчество. Мы приглашаем таких детей и их родителей в наш семейный клуб доверия, который у нас здесь проводит свои занятия по воскресным дням. Мы рады всем, и работа нашего клуба доверия построена очень удобно, я считаю, потому что мы делим работу клуба на три группы, и ребята уже со своими родителями определяются, в какое время им лучше к нам прийти. То есть это в 12,
12 в 15 часов. То есть здесь вот по времени тоже удобно. И существует у нас клуб молодых инвалидов «Преодоление», в котором занимаются ребята от 15 до 30 лет. У нас есть педагог, который занимается по программе, она называется «Шаг навстречу», тоже индивидуальные занятия на дому. Своеобразие вот именно вот этого объединения, этой программы состоит в том, что очень тяжелые дети, их физиологический возраст от 10 до 25 лет, а психологически где-то 5-6 лет. Вот. И кроме того, мы все-таки работаем в областном дворце, поэтому заинтересованы, чтобы программа детского ордена милосердия действовала и в области. Ну, это хоть не очень далеко, но наш педагог проводит свои занятия в татарской Кыргызстане. Если наши зрители захотят обратиться к вам с помощью, куда они могут написать, позвонить, где они могут увидеть информацию о детском ордене милосердия? В нашем детском ордене милосердия можно найти информацию, во-первых, зайти на сайт областного дворца творчества детей и молодежи имени Виктора Петровича Поленичко. Там про нас очень подробная информация. Причем информация, можно посмотреть все наши программы. Там есть краткая аннотация на все наши программы. То есть, если вас заинтересует, то с удовольствием. Потом о нас можно узнать в социальных сетях, в частности, ВКонтакте. У нас создана своя группа. Ну и можно обратиться к нам, пожалуйста, милости просим, областной дворец, Советская, 41, кабинет 104, пожалуйста, если мы заинтересовали своей деятельностью, пожалуйста, приходите. Мы рады всем, мы рады любой помощи, мы готовы оказать и педагогическую помощь, и какую-то консультативную помощь. Вот. И сами никогда не отказываемся от помощи, и в частности, от помощи волонтеров. Когда смотришь, что вот, ты вроде помогаешь детям, но в то же время ты понимаешь, что дети сами вот многого могут достичь, и радость такая за них. А когда мы проводили День матери для детей и их матерей, то там мы видели матери, то есть они были так рады, что их детей чем-то заняли, что они сами чем-то занимаются. И то есть ты думаешь, что о, я смог помочь людям. У них настроение поднялось, потому что мы сегодня это сделали. И ты понимаешь, что это все не зря, и что кому-то легче жить становится и лучше жить. Для меня волонтер – это человек, который в первую очередь дарит добро, свет, радость. И взамен он не требует ничего, ну, взамен каких-то материальных благ, еще чего-либо. Он дарит это добро из чистых побуждений, из того, что у него есть такая потребность подарить добро. Потому что, ну, как говорится, даря добро, ты получаешь это добро в двойном размере. Анастасия Вячеславовна, детский орден милосердия готовит волонтеров добровольческой деятельности. Как это происходит? Волонтеров мы готовим в рамках большой комплексной программы, которая называется «Школа взаимной человечности». В ней существует три ступени. Когда мы вообще обдумывали идею школы, то выяснили, что в принципе многие дети даже в начальной школе не так хорошо знакомы с нравственными понятиями, такими вроде обычными, как добро, милосердие, отзывчивость. И что естественно, что в дальнейшей жизни для них очень как бы понятие волонтер размытое. Они к этому не готовы и не знают, кто это такие, как можно вообще стать волонтерами. И поэтому мы разработали как бы комплексную программу из трех ступеней. Первая ступень – это детское объединение «Капельки». Оно реализуется на базе школы начального звена 3-4 класс, когда вроде детки уже, ну, к школе адаптированы и могут воспринимать вот эту информацию. Педагог приходит на внеклассный час и вот проводит такие как бы уроки добра и милосердия, где рассматривает вопросы вот отзывчивости, милосердия вперемешку с какими-то творческими заданиями вообще. И вот так постепенно как бы проходит первая ступень. И плавно эти же дети после 4 класса переходят в 5, где уже они попадают у нас в программу подготовки юных волонтеров «Беспокойные сердца». Это уже программа рассчитана на 5-6 класс. Здесь уже более такая как бы
серьезная подготовка. Здесь мы рассматриваем вообще как бы понятие волонтера, его личностные качества, уже такие понятия нравственные, как толерантность, благородство, какие-то элементы тренинговых занятий на сплочение класса. Заодно мы знакомим их с деятельностью нашего отдела «Детский орден милосердия». И в конце уже второго года мы приглашаем их уже во взрослой жизни, когда они будут там в учебном заведении, высшем или специально учебном, что они могут прийти к нам и стать нашим волонтером. 14-й раз, то есть 14 лет уже у нас проходит областной слет активистов детского движения «Милосердие» «Нести добро и радость людям». Основная цель, конечно, его в том, что волонтерские отряды со всей области могут приехать, показать свою работу, обменяться опытом, приобрести обязательно от нас какие-то вот практические умения, навыки. Мы стараемся каждый год изменить его формат, потому что к нам часто приезжают одни и те же отряды каждый год. То есть, чтобы им было интересно, дети вообще чувствовали себя комфортно, что-то находили. В основном они находят друзей очень много. То есть, каждый год они приезжают, друг друга видят, радуются. Поэтому перед слетом каждый год у нас такой коллективный как бы разум, чтобы вот что-то сделать новое, какую-то площадку изменить, какие-то вот, чтобы принести что-то новое. И вот последние два года у нас в рамках слета проходит обязательно или семинар, или стажерская площадка. 19-й областной фестиваль художественного и декоративно-прикладного творчества воспитанников коррекционных школ говорит о главном. Нет такого понятия «человек с ограниченными возможностями». Ребята своим примером доказывают, что творчество не знает границ здоровья и рамок для настоящего таланта. В фестивале приняли участие 22 творческих коллектива из Северного, Домбаровского, Кувандыкского, Тюльганского, Саракташского, Новосергиевского и Оренбургского районов, городов Орска, Сорочинска, Бугуруслана, Бузулука, Медногорска, Сулелецка и Оренбурга. Всего более 555 участников. Все творческие коллективы школ-интернатов, коррекционных школ получили дипломы участников фестиваля «Мы все можем», а также подарки и сувениры. Девятого мая – День Великой Победы. Благотворительный фонд «Будь человеком» организовал акцию «Помни, будь человеком», чтобы молодые люди помнили, знали и чтили своих настоящих героев. Мы хотим показать, что мы любим своих предков, что мы благодарны им за то, что они нам дали такой прекрасный мир. Я думаю, что каждый человек должен чтить своих предков, потому как нашей жизни мы обязаны именно им. Хочу, чтобы многие знали, что наши деды и бабушки воевали, что благодаря им мы живем. И сейчас нету войны и мир над головой. Вы знаете, надо понимать, что Великую Отечественную войну не только надо знать, и о ней надо знать, надо о ней помнить. И чем больше народ помнит о том, что она была, что сделал наш народ в этой войне, тем он будет крепче. И поэтому я сегодня пришел вместе со своим внуком с одной и той же фотографией. Я понимаю, что я старше внука почти на 50 лет. И после меня, через 50 лет, я буду знать, что будут люди знать через моего внука о Великой Отечественной войне. Я поднадеюсь, что мой внук выучит своего внука. И еще 50 лет будут знать о Великой Отечественной войне. Только так должна быть сформирована преемственность в понимании, что было сделано. Потому что многие вещи уже потеряны. Мы не знаем, как наши в Куликовскую битву сражались, как наши сражались войны 1812 года, Первую мировую войну. Но хотя бы эту войну мы можем донести на много-много лет вперед. Поэтому я здесь. Помнить о наших предках, которые дали нам жизнь, вот, подарили нам эту победу. Вот, и нужно, чтобы все люди знали об этом. Все наше поколение об этом помнило. Делали мы эту акцию для того, чтобы не только молодежь, но и вообще люди помнили о своих бабушках. Также мы все вместе в футболках, наша команда, мы пойдем в парк Перовского, где будет гитарный концерт. После Беловки мы планируем 21 июня, в ночь с 21 на 22, провести в свечу памяти. И я думаю, что еще больше людей захотят поучаствовать и сделать такие футболки. Из-под небес по птичьи обегая, кого оставил на земле.
Ну, я считаю, что это наша добрая воля, поскольку у нас все-таки, у меня лично, вот, Сорокин Иван Петрович, мой дед, светлая ему память, прошел всю войну, практически вернулся домой только в сентябре 45-го. Поэтому мы хотим, чтобы наши дети помнили самое главное об этом, поэтому я сегодня здесь с сыном своим. Вот, он тоже гордится своим дедом. Я горжусь своим дедом. Если бы его не было, я бы не был в живых. Я так думаю. Нужно помнить о ветеранах, которые участвовали в войне, и за то, что мы видим мир над головой. Потому что если бы не они, то, возможно, даже я бы не родилась. Скажите, кто вас изображен? Это моя прабабушка, Гадина Зинаида Сергеевна. Она воевала или была? Да, она воевала. Ее приняли на войну в 20 лет, когда она была еще молодой девушкой. Скажите, ну, почему нужны такие акции? Ну, для того, чтобы люди знали, что как война была, что люди воевали за то, чтобы нашу страну, честь ее отстаивать, и чтобы она была нашей, только нашей. Сколько их упало в бездну, разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли, и будет жизнь ее несущим хлебом, забывчивостью дня. И будет все, как будто бы под небом, и не было меня. Я горд за своего деда, то, что он прошел войну, подарил нам всем жизнь. Поэтому вот эта песня не для всех сидящих здесь, а в первую очередь для деда. Он воевал под Сталинградом и был там тяжело ранен. Но он выжил и был отправлен в Оренбург. А мы с тобой, брат, из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Без прошлого нет будущего. Помнить значит быть человеком. И как замечательно, что молодые люди Оренбурга это знают и понимают. Между строчек синий платочек снова встает предо мной. И час с тобой провожает меня в родство. Чувствую рядом с любящим взглядом, ты постоянно со мной. Желанных любимых таких строчит пулеметчик за синий платочек, что было на плечах дорогих. Пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.